На центральной площади Бавлов прошла траурная акция в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Десятки неравнодушных бавлинцев разного возраста пришли на площадь Октября, чтобы поддержать жителей Кемерово. Они несли цветы, свечи, игрушки, конфеты, чтобы возложить их на сцену, которая в эти минуты стала местом, объединившим людей их в горе, и замирали в тишине. В акции принял участие и глава Бавлинского муниципального района Рамиль Гатиатуллин. Эта трагедия отозвалась в каждом сердце, и слез тут никто не стеснялся. Пришли скорбить детей, людей, которые погибли в этом пожаре. Как говорить, тяжело даже мне. У меня тоже свои же дети и внуки есть такие же. И вот представляю, как это этим родителям, как этим бабушкам. Я говорю, пусть терпят. Дай Бог им помощи, потерпения. И дай Бог им здоровья. Конечно же, это печальное событие, трагическое событие. Людей этих очень, конечно же, жалко. Жалко не только их, но и их родственников, которым, наверное, можно сказать, даже тяжелее, потому что они должны все это как-то пережить. И, наверное, нам нужно поддержать их. Каждый, кто чем может. Кто-то, может быть, даже и молитвой, как, например, вот у нас в церкви даже было сделано специальное постановление о том, что вот совершаются панихиды вчера и сегодня, и вот у нас в храме еще будут совершаться в пятницу. Кто-то, может быть, просто поддержкой, какими-то словами утешения. Опять-таки, это, конечно же, легче, потому что тяжело переживать горе самому, одному в себе. И куда легче, когда кто-то с тобой его разделяет, его становится, можно сказать, в какой-то мере меньше, наверное, и поэтому легче пережить. Поэтому нужна поддержка этим людям. Вот это вот главное самое. Не терять эту бодрость духа, несмотря на такие вот сложные жизненные обстоятельства, а как-то поддерживать друг друга. Бавлинцы запустили в небо белые шары, символизирующие светлые души погибших детей и взрослых. Айгуль Идиатуллина, Михаил Курочкин, БРТ.